И здравствуйте, дорогие друзья, с вами снова Ви и Властелин колец, битва за Тризимит, часть вторая. Итак, у нас следует следующий эпизод, Эребор. Итак, загружаемся. Так, значит, где-то вот тут. Ага, так, это простые люди у нас бегут. Тупо этот фонтанчик. Так, ну... Так, вот это у нас тут была... А, вот на таверна. Окей. Так, вы бегите мне и захватите. Хотя нет. Оборону Дейла мы сделаем немного слабую. Ну, потому что тут всего лишь они не дали башенки эти. Вот, кстати, слышите, Дейла. Они не дали в оборону всего лишь эти вот грёбаные штурмовые башни. Всего лишь. Ну, хотя это хоть что-то, с другой стороны. Так. Давайте мне вот так вот крепость заделаешь. Передовую базу с вами обоснуем, если так можно выразиться. Заебца. Так, теперь огненные стрелы. Тут еще один стрелище надо улучшить. Лично я хочу себе множество лучников Дейла. Потому что они... Это лучшее, что есть за расу гномов. Ага, вот он. Ага, так они еще и без всего. Ну, охеренчик. И нема. Ну, заебца. И плавильни нет. Двенадцать минут. Блядь, пираты. Резко мне плавильню. Мне не катапульты нужны, не эти, блять, как эта херня называется. Не повозки, не какие там
не разрушители вот этих вот странных ворот. Это вот все дело нахер не надо. Мне нужны улучшения воинов. Ой, крепость, живее. Не пролезут. Единственное, где не могут пролезть, то вот тут. Ну, заебца, давайте мне еще. 4 отряда лучников. Где это там? Крепость гномов. Так, давайте мне вот так вот. Так, давайте катапульту. Башенку. Катапульта, башня. Ну и чертоги воинов. Ты мне давай улучшайся. Да, понимаю, у меня из 30, которые мне давали, осталось всего 15. Ну, блядь. Это все еще пригодится. Потому что просто так ничего не делается. Давайте еще буснем вот эту вот херню. Конечно, стоп. Это расточительство. И идиот. Сделаем небольшой оборонительный период. Вообще периметр. Идиот. Да, небольшой оборонительный периметр с бубением. И свалим обратно под гору. Веребор. В общем, свалим обратно под гору. Как раз. Так. Ну, давайте статую героя забубеним тут. Вперед, вот сюда. Плавильни еще раз улучшайся. И надо продержать этот тут участок, пока я не сделаю все вот эти три улучшения. Потом можно его спокойно отдавать. Ну, да. А что я хотел еще построить-то? А, я хотел тоннель построить. Хоть как-то еще деньги получать. Давайте, 60%. Держите строй! Так, тут есть. Вот сюда, наверное, еще отрядить лучников. Так, вот эти ребята пусть там будут. Ну, еще в башенах понастроим. Ага. Еще пираты. Ёб твою мать! Отходим! Живо, 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 твою мать! Заебца. Давайте. Так, ребята, вы мне тут построили. Давайте по периметру. Лучники? Да, здесь лучники строятся. Давайте еще вот сюда забубиним. И
Я знаю, что они еще вот отсюда полезут. И вот отсюда. Я знаю, что они пойдут через эти ворота. Помню, там еще маки будут. Так давайте мне вот эти вот три улучшения. Потому что по центру они не пройдут у меня. Барона. Сделаем вот тут. Так, вот тут оборону придется делать вот в этом месте. Все нормально. Надо еще парочку строителей. Держите строй! И вас перевести вот сюда. Занять позицию! Сады! Вас перевести пока вот сюда. Голову! Да хотя... Да, не хватит уже. Вот это заебись. Чуваки, одеваемся. Слышь, всем базил уже. Ну охуенчик. Спасибо за то, что разрушили это здание. Да еще вот это вот бустануть. Расшатали? Молодцы. Теперь одевайтесь в метрильную броню, а, чуваки. Ей-богу, она вам пригодится, отвечаю. Ну давайте еще молот и победу мне. А, да, еще вы у меня есть тут. Давайте. Давайте, 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 давайте. Остальное оружие пока я делать не буду. Кстати, ворот надо закрыть. Будьте наготове! Лучники на башню! Подай оружие! Ящик каменной не пропадет! С другой стороны, дайте мне две катапульты. Так, вы вот сюда. Базу для лечения. Так, а вы вот сюда ко мне для этой же цели. Две минуты осталось. С другой стороны,
отсюда лучников переводим вот сюда. Блять, не туда. Чуете, как дрожит земля? Раз близко. Поспешим с убеждением Дейла. Так, вы перейдете у нас вот сюда. А теперь осторожно. Полегче. Минут 30. Дорожка. Успеет шарики сделать, не успеет. Да, шарики успеет сделать. Только что с железных холмов. Раз, два, взяли. Ящи, ходили. Если что, ребята. На морду свои шоры уже рукой подать. Я воль отсюда чую. Жду не дождусь холёных вордерских воинов. А мы сидимся. Ну, это еще слабенько. Но то, что тут тролль, это два, ладно. Это удручает. Прости. Ой, блядь. Тут еще Назгул приперся. Ой, блядь. Нахуй, 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 нахуй от меня. С этим Дайн разберется. Блядь. Пиздата. Хуй тебе. Так, вторая атака через 4 минуты, окей. Ай, бляха, муха, бляха. Да, блядь, с помощью подкопа. Я в курсе. О! Ёб твою мать, вот этого я не ожидал никак. 6-5 уровневых троллей. Этого я никаким макаром не ожидал. Это, конечно, Харадримов ожидал. Тьфу ты, блядь. Вот они, эти педикавказцы. Хули орёте? Они не пройдут. Ладно, вру, пройдут. Уж, ребята, это тролли. Сал!
провода. Ага, не успел, не успел. Ну, подкоп, ну, бля, я не знаю. Нахуй он мне нужен с другой стороны. А с третьей пригодится. Так. А, нет, они не разбились. Нахуй. Еще отряд стражников. Ну, конечно, понимаю, что это не спасет. Можно попытаться. Молодцы, что пришли, давайте вооружайтесь. Вот 50 секунд. Так, построить крепость. Не крепость. Или вам вот тут, блин, надо поставить крепость, или тут? Алло, бар, чувачки. Блять! Ну, ёбаный в рот, я их только же построил, блять! Охереть, еще и умбрские пираты. Я хуею. Ему маки 5-го левела, 4... штук, почему-то не 6, именно 5. Нет, еще рано. Еще, блять, и змей. Да ебить по мумаку, че вы так тупите-то, а? А, все, парни.
Все, какой нахуй не отступать, убегайте нахуй. Отступайте к трону. Ёбаный в рот. Все, мы Дейл просрали. Живо уходим. Вы... А, это Харадримы. Думал, это мои ребята. Да блин! Какого хуя? Какого, сука, хуя вы дрочите-то, блядь? Спасайтесь, глупцы, блядь, вы ебаные. Слезь нахуй. Ну хоть, блядь, кто-то. Блядь, я забыл, что ворот закрыл. Тихо, чуваки. Ну что там, совсем борзели уже? Да, блядь, знаю, не тупой. Давайте, ребята, шатайте их. Ну это пиздец. Да пусть лишают, не насрать. Херовая тактика. Ну пизда-то. Дай им блять. Какого хера они такие сильные, а? У них же нет брони. Мы же только оружие дали. Да. По пиздохуенчику, если честно. Ой, не то. Плюс ноль, пиздец. Угу. Уже разбили свой лагерь тут.
Господи. Блять, я еблан. И вот поэтому, блять, еблан. Ну что, не плавили, тут две и так стоят. Идиот. Блять, ворот закройте. Охереть, это еще только второе нападение. А пизда хуенчик. Он еще, блядь, катапульт тут строит. Сколько мумаков? 5 крапаленых мумаков. Да, давайте, задейлывают сюда, идите. Ага, ко мне, значит, пришли только двое. Не вставайте, ворота! За что люблю этих мумаков и таранов? Они всегда пытаются уничтожить ворота, даже если ворота открыты, и можно спокойно пройти дальше. Хуй не дойдешь! Я же сказал, не дойдешь. Охуеть, он достал! Он их достал! Гори, педик, гори. Блять! Пиздец. Уходите, идиоты. Давайте в тоннель, живо. Мы потеряли этот участок. Окружит наши постройки! Садею! Со мной! Это что? Вот этот вот участок потерян. С другой стороны, можешь попытаться. Это рядом. Надо его выбрать, ну, выебать. Пошел он идет к моим мастерским. Вы лучшие мастера. Ничего не выйдет. Не будем смотреть. Сейчас пошли. Они сметают все на своем пути. Да. Наши постройки! Здесь катапульт. Вот пугалка. Да, тролли.
4 производственных. Нет, 3 производственных таверн тролли. Да уж. Да блять, уничтожьте его уже! Нет, нет, нет! Фу. Он не дошел. И Назгул тут. О, тут не один строй. Вы улучшили смешище. Блять, 22 тролля. 3 катапульты. Так, 2 барабанщика. Считай, раз, два. 4. 6. 6 простых горных. Считай 14 где-то вот таких вот боевых. Вот этой стороне пиздец, тут на голову идет. Да. Это. Блять. Что было? А может тут крепость не забубенить? На самый лучший камень. Посмотри-ка, можно. А давайте. И... Как он сюда прошел? Как? Это херня под горой вся! Их слишком много, их пиздец как много. Не успели дойти. Да, эльфы, блядь, пришли, ну заебца. Спасибо, блядь, за строителей эльфийских. Эльфийские строители, пиздец, как нужны, ребята. Да въебите вы уже ему, чё вы тут, блядь. И эти, блядь, чё тут встали. Ну, блядь, давай еще раз бей мне все к частям собачьим тут. Откуда глашатый Саурона узнал про секрет? Блядь. Пиздец. Они меня сейчас трон разъебут.
Разъебали. Пиздец. Враг одержал победу. Да уж. Не очень удачно получилось. Ах.